Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Так, я смотрю, у нас тут новости какие-то. Открыт третий рубеж испытания няня. Так, истекает через одну неделю. Так, вы помогли победить зверя-няня. Поздравляем, отпразднуйте свой триумф с этим эксклюзивным аватаром вариации Мастера Меча. Блин, ну у нас же есть уже вариации Мастера Меча. По-моему, даже, если не ошибаюсь, две штуки. Ну ладно, дали и дали. А я, понимаешь, лежу уже, ну, думал, сейчас кимарну, а мне что-то не спится нифига. Думаю, ну, дай поиграю маленечко, чтобы особо не париться, да? Поехали. Захотелось мне пару партиек раскидать, так сказать, перед сном грядущим. Так, против Хэнка мы будем драться. Так, что у нас тут? Если вы разыгрываете здесь карту, потасовывают скалу в вашу колоду. А я вот такую вот разыграю. Снэп еще сделаю. Может быть, надо было, конечно... Так, железный кулак. Добавляет карту белка на каждую локацию. Зашибись. Так, домино. Ну, мы можем домино, в принципе, сюда поставить. А у него что там? А у него ракета. Тоже там наполучал этих камней. Добавляет по карте ниндзя в каждую... О! Ну-ка, давай-ка поставлю я Капитан Америку. Ага, Вервольф у него. Слушай, а если я, например, поставлю вот так вот? Что у него там за две карты? Скалу. Угу. Слушай, мне кажется, что здесь у него уже шансов-то, в принципе, и нету. Давай так сделаем. Тоже у него, смотрю, Казар. Ну и что по итогу? А по итогу, ребята, я... А, нет, еще последний ход у нас. У него последний... Точнее, у нас последний ход. Я могу сюда Халка поставить. Как он выкрутится из этой ситуации, я не знаю. Скалу поставил. Ну, как ты понимаешь, тут победа за нами. Тут уж как ни крути, ребят. Сфейлился. И 8. 8... Наград получаем. Опа. Слушай, а смотри. Смотри внимательно. Следующая анимация стоит 30. Значит, она будет уже лучше. Прикинь. Я тебе говорю, будет какая-то вообще офигенная. Типа мультика, может быть. Ну, мультик, конечно, я что-то приукрасил дофига. Ну, может быть, он уже будет там двигаться на этой карте. Это было бы прикольно. Так, соперник найден, и это у нас Газу. Поддай Газу. Блин, ну жалко, что вот я не могу, ребята, два ксили карте в руках игроков. Оу. Жалко, я не могу заменить. Понимаешь, вот, вот дают мне колоду начальную. Я не могу ее поменять. Так, что тут? Берете карту с базовой стоимостью 1 из своей колоды. Ну, если я, например, сделаю... Ладно. Попробуем. Так, раскидали картишки. Берете две карты. Отлично.
мы можем... Так, если у вас есть другие карты, три штуки здесь, плюс три к силе. Другие ваши карты в этой локации получают плюс один к силе. Ну, давай я поставлю домино и человека-муравья. Ох ты, космо. Способности при раскрытии не могут срабатывать на... Блин, раскрытие не будет работать, что ли? То есть муравей просто... Да. Просто не сработало у него. Ребята, вот такая вот дилемма получается. А, видишь, он жмет. Он жмет, типа, парень, куда ты суешь свою карту? Блин, надо снэп сделать. Сентинеля разрубил. Так, у него еще и Блейд там был. А если мы... Блин, что он там может сделать? Я понял, 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 что не будет срабатывать. Давай сделаю так вот. А, немножко не так сделал, ребят. Апокалипс. Разве нифига у него там карты? Прикинь. Последний ход. Блин. Ну, Халка, наверное, поставим тогда уж. Ну, и по итогу я выигрываю. Извини, дядя. Нормально. Ну, а вот, ребята, и 20-й ранг. Чики-пуки. Дай-ка заберу наши награды. Так, получить бустеры. И тут тоже бустеры. Так, погоди-ка. Ага, 40 бустеров еще сверху. 250 кредитов. Не бойся, я не кусаюсь. Новый титул. Сто золота. Кстати, 750 золота. Мы можем с тобой купить, по идее, скин. Только дело в том, что нужен ли он мне. А мне кажется, он мне не нужен. Новый скин? Нет, я брать не буду. Во, подожди, не то. Опа. Давай. Новая рамка. Женщина-белка. Так, это только один, да? У нас там еще есть на повышение. Ртуть. А почему вы мне писали, что ртуть офигенная карта? Чем же она офигенная, ребят? Чем офигенна ртуть? Объясни мне. Я почитаю качество этой карты. Так, и Iron Heart. Железное сердце. Трехмерное становится. Вот это прикольно сделано, да? Что карты это... Ну-ка, что у нас тут? Уничтожает случайную вражескую карту с базовой стоимостью 1 в этой локации. Ну, с базовой 1. Это, ребят... Блин, Джубилей хочу получить. Ого. Девил-динозавр. Прикольно, кстати, да? Но купить я не смогу. Потому что он стоит 1200. А железный кулак, он что? Переместит следующую разыгранную вами карту на локацию слева после ее раскрытия.
Вот это же Люди Икс, насколько я помню, да? При перемещении оставляет свою копию. Вот почему оставляет свою копию? Как его переместить? Ладно. Так, слушай, подожди, задание тут еще опять как-то выполнили. Улучшили карту. Опа, 5-й ранг. 200 кредитов, будьте добры. Там 25 бустов. А, 25 бустов на забу мы получим. На улучшение забу, да? Таинственные вариации. Ну что, погнали еще партийку. Рычик будет против кого? Черт. Черт, короче. Какой-то черт. Так, после каждого хода карты здесь сражаются. Самые слабые из них уничтожаются. После каждого хода карты здесь сражаются. Рискнет он сюда поставить что-нибудь? Или нет? После каждого хода карты здесь сражаются. Это зашибись. Эй, чёрз! Или как тебя там? Вот он что ставит. Правильно, мы его уничтожил, гад, карту, да? Плюс один к энергии на этом ходу. Ха-ха, домино. Давай сюда поставим. Хеллбастер. Фига себе, на втором ходу плюс 4 Хеллбастер дает. А не жирно ли, блин? Кожирка, только одна карта. У каждого игрока может быть только одна карта. Лучше не могу почему-то. Ну что ты там задумался-то, ё-моё? О как. Куда ты его перемещать будешь? Вот он, переместил, ладно. Давай поставим Джессику. Блин, ну почему не здесь-то? После 4-го хода побеждающий здесь игрок вытягивает 2 карты. О, да. То, что надо. Блин, что поставить-то? Давай сделаем так. Айронхарт. Угу, повысил, да? Интересно, переплюнет он Халка или нет? Блин, это надо было повысить. Да, блин, уже поздняк. Так, у нас сколько получается? 4 плюс 12. Это получается 16. Даже не знаю, что он будет делать. Что он будет выставлять и куда. Наверное, что-то с усилением будет ставить, скорее всего. Но Айронхарт, она сама по себе налевка. Она только усиливает другие карты. Сама по себе силы не имеет вообще нисколько. Поэтому здесь он, конечно, обделался малька. Ну, кого он может поставить? Пантеру можно, в принципе. Да и то она не выиграет. Ну, сколько? Она 7 добавит максимум, да? Будет 15. А у самой у пантеры, которая вызывает одна силой. Так, Халка, а у него... Что, кто?
Кто это? Хейдмаль. Так, перемещает ваши другие карты на одну из локаций влево. Ну и все. Да! Все те карты причем уничтожились. Осталась только одна, которая 8 имела. Понял? Да, круто. Нормально. Очень даже неплохо. Но повысить, как ты видишь, я не могу. У меня не хватает пока улучшалок. Заберем награду. Опа. Подожди, но ранг повысился. А почему награду не дали мне? Ну, шестой. Что не так-то? Так, я что-то могу повысить? Точно, я могу карателя повысить. И 5 бустеров. Угу, на бишопа получили бустер-то, кстати. Трехмерный каратель. Неплохо. Оу, таинственная карта. Опа. Дедлок, друзья, уничтожает другие ваши карты в этой локации при раскрытии. То есть его ставить лучше туда, где слабые карты. То есть если там белочки, еще там всякая ерунда, ты его туда закидываешь, и он делает хорошие вещи. Что, еще могу? Оу. Анимированные. Типа огонь у него анимируется, да? Типа он стреляет. Вау, плюс 4. Хоу, 25 кредитов. И плюс еще одна таинственная карта. Это Блейд. Сбрасывает карту с вашей руки. Это, наверное, надо делать, когда у тебя фуфловые карты. Я просто хочу набрать 300 этих и посмотреть, какая будет последняя форма анимации. Ну что, рискнем? Блин, брать нам с тобой в карту. Так, у нас, смотри, возьмите карты. Возьмите карты. Выиграйте на локации четырьмя картами. Выиграйте на локации четырьмя картами. Ладно, пока сыграем этой колодой. А потом, я не знаю, может быть, поменять. Все-таки карты новые появились. Дедлок надо будет посмотреть, что. Так, подтасовывают скалу 5 в каждую колоду. Блин. Давай сделаем так. Так, у меня муравей, а у него ангел. А что делает ангел? Когда одна из ваших карт уничтожена, эта карта вылетит из колоды и заменит ее. Да ладно, серьезно что ли? Давай сюда поставим. Я не знаю, здесь на свой страх и риск, ребят, выставляешь так, колосс. Но что здесь за условия? На каждом ходу вы не можете разыгрывать здесь свою первую карту. На каждом ходу вы не можете разыгрывать здесь свою первую карту. Это кто такой? Нова. При уничтожении увеличивает ваших сил 1 на 1. Сбрасывает по карте. Зашибись, он скинул. Ну, что тут? Скала. Дубль. Дубль делает. Только не скалу. Вот он что затеял. А что это у меня так карта сюда, куда-то сюда налегла? Вот он что хочет поставить. Ха-ха, ребята, вы поняли, да? Он скольким там он увеличивает? Плюс 1-1 на каждой локации, да? То есть получается
Сделаем так. Сделаем так. И сделаем так. Ну, он, наверное, уже понял. Я так и думал, что он поставит Капитана Америку. Так, 12-12. Так, здесь можно не волноваться, да? Вот тут надо. Вот тут надо переживать. Белка. По-моему, тут явно победа за мной. Или не за мной? За мной. Нормально. 22-й ранг. 22-й ранг. Два задания выполнено. Забираем. Забираем. Так, нужно чего это тут 25? А, 24 выполнено, нужно еще одно. Еще одно задание выполнить, чтобы получить 25. Ну, давай попробуем создать еще одну колоду. Допустим. Допустим. Кулак я не хочу. Чем хороша ртуть? Непременно окажется в стартовой руке. А, ну в этом случае что? Ну, давай добавим в колоду, допустим. Так, почему вы сказали, что шоквейфа брать? У него же нету, ребят, никаких этих способностей. Зачем он нам нужен? При раскрытии уничтожает другие ваши карты в этой локации. Как бы и хочется, и, блин, в то же время. Так, взять девчонку надо. Халка, я без Халка не могу, ребят. Халк это топ. Этот, ребята, топ, когда, знаешь, когда у нас есть вот эта девчонка, которая идет на увеличение карт, и... Так, наверное, вот этого возьмем, мистера Фантастика. А Бишоп что делает? Когда вы разыгрываете карту, получает один к силе. Когда ты разыгрываешь карту, да? Давай добавим ее. А Медуза у нас... Если эта карта находится в средней локации, плюс 2 к силе. В средней локации. В принципе, можно ее взять. Так, а это у нас... Если эта карта сброшена или уничтожена, она разыгрывается на случайной локации. Добавить, в принципе, Вольфа можно. Так, Гамору. И... Кто-то мне говорил, Рэй, ты не разыгрываешь Белую Королеву. Ну как, ребята, я не разыгрываю? Вот Спектрума, да, я редко разыгрываю. А Королеву я разыгрываю частенько. Так, а Блейд у нас что делает? Сбрасывает карту с вашей... Блин, нет, с моей руки не надо ничего сбрасывать. Ну что, взять Капитана? Или этого взять? Давай, наверное, этого возьмем. Потому что раз уж мы взяли Белочку, тогда нам нужен, как говорится, и усилитель животных. Было бы побольше животных, можно было бы, конечно, карту состряпать на животных. Вот там зверь будет у нас, кстати, разыгрываться. Он, наверное, попадает. Так, он должен в стартовую руку мне попасть. Во. А где? Так, после четвертого хода побеждающий здесь игрок тягивает две карты. Где? Ртуть. Я офигею. Или я колоду не... Ёпрст, я колоду, по-моему, не поменял. Ой, дурила. Давай так сделаем. Дубли. Так, надо снэп, наверное, сделать. Так, у него 7, да? Так, находящийся здесь получает плюс 3 силы. У меня нет способностей. У меня способности нет. Вот сейчас он будет думать, чтобы
здесь сделать. Кстати, вот эту вот карту очень хорошо, знаешь, вот-вот-вот. Я только хотел, ребята, сказать. Что это? Кто такой? Пфф. Ну ладно. Давай сделай так. Надеюсь, не ошибусь. Так. Итак. Халк у него там, да? У него там Халк, оказывается. Блин. Да куда ты? Да что ж ты? Ну, ё-моё, ну зачем ты так сделал? Твою налево. Не хотел я сюда ее ставить. Так, Веровольф. Он тоже поставил ее. Это что еще? Уничтожает остальные ваши карты здесь. Плюс 2 к силе за каждую уничтоженную карту. Всем, что ли, добавляет? Так. Но ведь я чувствую, что он Халка поставит. Сюда. Я тоже сюда поставлю Халка. Ох. Блин, я проиграл. Я, ребят, проиграл. Мне не хватило здесь буквально одного балла. А почему? Потому что козу на этого не было. Так, можно улучшить. Гамора станет трехмерной у нас. Две. Так, бустеры забираем. Да, да, да. Потому что я ждал этого Казура, а его не было, ребят. И колоду-то я не поменял же. Колоду-то надо было не шестой играть, а седьмой. Мы же седьмой с тобой сделали. Так, дай глоточек чая горяченького. Угу. Ну да, это набедренная повязка. Так, он вылетает. Ну что у нас там? После четвертого хода уничтожает здесь все карты проигрывающего игрока. Давай так сделаем. На всякий случай. Так, плюс 2 к силе. Оу. Оу. На средней линии, говоришь, да? 2 к силе на средней линии. Посмотрим. То есть должно быть 6, по идее. Угу. Карнейдж вызвал. После третьего хода потасовывают... берете 3 карты. После третьего хода... Хм. Так, и так. Опа. Смотри-ка, что он сделал. Он мне подтасовал карты, в принципе, даже неплохо, ребят. Может быть, нам вот так все-таки сделать? У нас будут дубли. Угу. Извини, парень. Такова судьба.
А теперь выпускаем. Да, я, наверное, все-таки так сделаю. Заодно прокачает белки у нас. Последний ход. Ну что, друзья мои, последний ход. Мне кажется, здесь победа уже будет за нами. Но никак он не переплюнет. Восемь максималка. Все, ребята. Победа за нами. Отлично. Ух, хорошо, мы его прокатили сейчас вот здесь. Просто замечательно. Ребята, 22 ранг. Так, Веровольф может прокачаться, Росомаха. Давай. Угу. Всего одну дали, да? Один плюсик. О, вот оно что. Ну, давай. Ты у меня все новые рамки получаешь. Мисти Найт. Я такой даже не знаю, ребят, что за Мисти Найт. Я вижу, что у нее рука механическая. Кто это такая? Из какого вообще комикса она вылезла? Таинственную карту давай мне сюда. О, при раскрытии объединяется со случайной дружественной картой на этой локации. Слушай, надо брать его. Надо его, ребята, брать в колоду. Дай твою налево. Подожди, как там менять карты-то? А, вот сюда. В седьмой колоде, если я уберу... Ну, ртуть, что ли, убрать придется? Нет, ртуть надо оставлять. Твою налево. Кого тут можно убрать? Хеллбастер, он стоит того. Ну, он, в принципе, стоит, ребят, для объединения. Ну, как бы стоит. Ну, вот кого убрать? Гамору. Давай Гамору уберем. А Хеллбастера добавим. Хотя Гамора хороша. Гамора хороша, но тут опять же, ребята, ты же не знаешь, где он разыграет карту свою, так ведь? Бою. Так, прилетел-то, а? Карта здесь получает плюс 5 к силе. О, да. Плюс 5 к силе, это хорошо. Чё там? А, добавлять после... О-о-о-о! Чё-то новенькое, друзья. Так, Капитан Марвел. После финального хода перемещается на локацию, которая позволит вам победить в матче. Нифига! Прикинь! Вот это топ! То есть эта карта автоматически перемещается туда, где не хватает мне баллов, например. Блин, смотри, что сделал, а. Давай я так сделаю тогда. Подтасовывают, блин, в каждую колоду. Чего подтасовывают? 5 скалы. Семь. Оу. Мобиус. Постоянно. 2 ксили за каждую сброшенную вами карту в этой игре. Но я вообще-то ничего не сбрасывал, как бы. Объединимся. Домино. О, да. Но все равно маловато, ребят. Интересно, он тоже получил Капитан Марвел или нет? Мне это интересно просто знать. О, он себе карту уничтожает.
Апокалипсис. Да почему она обратно так к нему идет в руку-то, я не могу понять. Он неубиваемый или что? Последний ход. Халка ставить сюда, что ли? Белка, неужели у него казан этот есть, а? Давай проверим. Кто? Ой-ой-ой. Выиграли. Мы выиграли, друзья мои. Фига себе, что мне бы прочитать про этого? Так, когда вы сбрасываете эту карту из своей руки, она возвращается с силой плюс 4. Это же Танос? А, это Апокалипсис, я даже не знаю такого. Апокалипсис. Интересно. Слушай, ну неплохо мы. Нормально бомбим. Опа. Восьмой ранг. Получите, называется, распишитесь. 15 бустеров. Это у нас на множителе идет. Значит, множитель у нас может улучшиться, так ведь? Может. Давай. Чуть-чуть не хватает, да? А, можно еще улучшить. Фриди. Две. Так, 25 кредитов. И больше не могу. Растет моя коллекция потихоньку. Блин, ну как бы тебе сказать, что Хеллбастер, может быть, это и хорошо. Но на самом деле я немножко другой эффект ожидал от него. Он объединяется, и видишь, в чем дело, что ну, сила у него как-то фигово плюсуется. Да, а вот этот вот, конечно, уничтожает карты, это да. Плюс возвращается к себе в руку с силой плюс 4. Представляешь, он, по-моему, там сам по себе. Сколько у него? 8, по-моему, хп, да? Когда он уничтожается, у него становится 12. То есть довольно топово. Так, смотрим, первое стоит занимать или нет. Карт здесь получает, ну, да, стоит. Стоит, ребята, ставить. Плюс один к силе. Ну, нормально. А здесь, у каждого игрока здесь может быть только одна карта. То есть, самую крупную ставишь карту, и все. Я вот не понял, Лизард. Так, минус 3 к силе, если у противника есть карты... 4 штуки здесь. То есть ты 4 карты ставишь, и у него сила улепетывает. Ну вот смотри, Хеллбастер, да? Давай, наверное, еще вот так вот сделаем. Зря я, наверное, сюда поставил эту карту. Вот объединиться. С кем у нас Хеллбастер будет объединяться? Давай посмотрим. С какой картой? 8 должно быть, по идее, да? А у него 7, почему? За каждого врага плюс 6 он получил. Давай так сделаем. Домино влеплим, да? Плюс колосса. Он меня хочет додавить, я так понимаю, да? Ну, давай я так сделаю. Что там за карта? Ага.
18, да? Здесь он сделал. Так, 3-4. Блин, не получается. Но здесь у нас все уверенно идет. Мало. И тут как бы мало. Блин. Я проиграл, ребят, эту катку. Тупо проиграл. К сожалению. Ну, не то выпало мне, блин. А, нет, выиграл, ё-моё. Под конец подсчет шел. Фу. Нормально, я уже думал, что все, друзья мои. Не видать мне нифига. Нормально прокатило. Под конец подсчет был, и все, ребята. И выкрутились мы из этой передряги. Так, Crazy Faisu. Так, этот сразу парень ко мне залетел, да, в руку. Так, что у нас? Добавляет двух рапторов на каждую. Ну, давай так сделаем. Вот здесь бы, ой, как, ребята, как этот дедшот, или как его там, пригодился бы. Так, карты стоят на один меньше. Карты стоят на один меньше. Так, хорошо. Так, и медуза. Медуза у него выпала. Ну, понятно, плюс 4. А здесь что? А здесь ничего, просто руины, друзья. Просто руины. Или вот эту, давай вот эту, наверное, поставим. Ты смотри. Ты смотри-ка, что он там вытянул. Давай мы сделаем вот так вот. И вот так вот. Так, он повысил ставочку, да? Следующий ход 4 будет. Где мой казун? Так, он кому? Он же всем? Плюс все остальные карты получают плюс один. Все остальные карты получают плюс один, да? Давай так сделаю. Последний ход. Так, друзья мои, у меня хватит на... черт тебя подери, не хватает. Но я все равно сделаю так. А, и все? Блин. Здесь у нас по два получается. Ну, плюс три еще, да? Десятка будет. Десятка. Воу-воу-воу-воу. Ты что делаешь, гаденыш? Проиграл. Проиграл, друзья. Кстати, вот этот Халк, я больше чем уверен, что это мой Халк, которого он у меня вытянул. Это я тебе точно говорю. У него не было ее. Халяк, опа. Становится копией случайной карты из руки противника. Мор.
Так, друзья мои, у меня есть идейка. Прикинь случайную карту из руки противника. Ну, он, конечно, может также и в фуфло всякое превратиться. Понимаешь, о чем я, да? Но попытаться можно взять все равно, ребят. Так, новый титул. А-а-а, вот он, новый титул, оказывается. Так, давай, давай. Возьмем колоду. Седьмую нашу, вот эту вот. Уберем отсюда. Вот эту. Хотя, блин, зря я, наверное, ее убрал. Нет, давай-ка вернем. Она очень хороша, ребята, именно на заполнение этих. Вот этого надо взять, где он? Куда я его засунул? Вот, Дедлока, только вот вместо кого? Вместо Веровольфа можно, в принципе, взять Дедлока. И... Что мы сейчас только что получили с тобой? Карта. А, вот, морф. Морф. Мистер Фантастика, наверное, уберу. Поставлю морфа. Ну, видишь, у него сила 0. То есть он превращается просто в любую карту из руки противника. И хорошо, если это будет не камень. А то представляешь, какая обида. Ты тратишь 3 энергии и получаешь камень. Ну что у нас там первое? Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Ну, меня как бы это не интересует, постоянные эффекты. Он не стал ходить. У него либо карт не было. Когда перемещается сюда, плюс 2 к силе. То есть здесь хорошо этим кравлером играть, да? Поставил сюда, хоп, переметнул. Он плюс 2 к силе. Он, по-моему, там сам 2-2 вроде бы, да? Или сколько он там? 1-2 или 2-1. Ну я-то не разыграл там карты, так что не радуйся, парень. Так, после третьего хода потасует вашу... Так, ладно. Поехали. Чисто эксперимент, ребята. Пытаемся провести эксперимент. Во что мы можем превратиться? В какую карту? Я так понимаю, у него там дорогие карты лежат. Фантастик. Блин, ну ты серьезно, что ли? Ну чё? Это что такое сейчас было? Удвоены? Постоянные эффекты? Давай сюда поставим. Йонду. Убирает верхнюю карту с колоды противника. Нормально. Опа. Это-то кто еще такая? Прирасскрытие. Так, снижает силу всех вражеских карт на 1. Ну ее сюда надо тогда ставить. Так. Объясни мне, как он получил здесь 24? А, удваивается. Повышение делает, ладно. Посмотрим. Так, уменьшил, да? Твою налево. Это опять был последний ход. Да ядрен матрен, ну.
Да и куда я смотрел? Морф, блин. Даже не знаю, что, ругать его или хвалить. Даже не знаю, ребят. Это, понимаешь, это такой... Такая карта, которая... Ну, как бы тебе объяснить-то? Она может сыграть хорошо, как за тебя. Также может сыграть и против тебя. Все зависит от того, во что она превратится. В какую карту из руки противника. Вот в чем суть. Угу. Я сразу вот так вот сделаю. Сразу забьем все с тобой ячейки. Так, он повысил. Иронсайт повысил ставку. Опять он Йонду сюда. Хеллбастера моего разрубил, а? Так вот сделаем. Добавляет двух рапторов. О, друзья мои. Давай так сделаем. Ну что, козу? Казар, точнее. Выходи. С картами беда, конечно. Я сюда поставлю карту. Этот демон получит сколько? Минус 3 к силе. То есть у него будет 2 всего лишь. Угу. Поехали. Что мы там вытягиваем у него? Ох, у него Один, оказывается, был, да? Ну, вот тут, ребята, уже... Халка я ставлю, наверное. Одина. И так, по итогу что? О, ноу, 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 ноу! Победа! Фьюх! Я уже думал, все, хана мне, блин. Замечательно. Так, Морф, я пока тебя не могу улучшить. Блин. Даже не знаю, ребята. Что делать мне с Морфом? Напишите в комментариях свое мнение по поводу карты Морф. Вот как ты считаешь, нужна она в колоде? Она непредсказуемая, друзья. Она просто непредсказуемая. Еще раз говорю, это рандом. На этом ходу... Чего? На этом ходу карты не раскрываются? Дай-ка я снэпну. Плюс 5, если у вас здесь только одна карта. Плюс есть только одна карта. Корк. Опять он свои камни тут. Берете две карты. Ну вот, ребята,
можно выкинуть Морфа. И молиться на то, что выпадет что-то путевое. Так, Казара моего уничтожил. Ну какое, блин, домино. Давай так сделаем. Блин, ну у нас же, блин, карт... Не хватит карт столько, чтобы... Халка. Лемурия. Последний ход. Последний ход. Неужели фиаско? Да нет, ребята, выигрываем. Выигрываем с вами мы этого хлыщеныша мелкого. Жалко, конечно, мало очков получаем. Всего лишь 4. Дедлок прокачивается у нас. Ну давай, прокачаем его. 5 бустеров. Блин, просмотрел, на кого там бустеры были. Так, 2 задания выполнено. 9-10 ранг, точнее. Так, и здесь 11 ранг. Нормально. Сто кредитов. Сто кредитов. Бронза, серебро. Так, не бойся, я не кусаюсь. Таинственная вариация. Ну что, друзья, наверное, на сегодня будем закругляться. Неплохо, как говорится, повоевали. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.